Семена Астра Миледи смесь окрасок, прекрасно выгоняются на рассаду в комнатных условиях. Декоративный однолетник высаживается в грунт при установлении теплых ночей, в основном, это середина мая. Растение достигает 25 см в высоту и используется для бордюрных, ковровых посадок, для срезки на мини-букеты, нарабатки высаживается рядами на расстоянии 20 см. Крупные до 10 см в диаметре, махровые цветки появляются в августе и продолжают распускаться до конца сентября. Сорт хорошо переносит температурные колебания и засуху. Астра Миледи смесь окрасок – это однолетнее растение высотой 25 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок и может достигать до 10 см в диаметре. Астра прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Расцветает Астра Миледи смесь окрасок в месяц август-сентябрь. Цветок окрашен в разнообразная окраска цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.